Всем привет! Ох ты, мама пришла! Ты, Кать, смотри, что я тебе принесла. Твой любимый мультик «Тайная жизнь домашних животных». Кать, смотри, у мамы что? Катюш, смотри. Ух ты, смотри. Смотри. Вот так у нас, да? Вот как комнаты. О, Макс у тебя пошел в домик. Сейчас я принесу еще мебель для Макса. Да, это домик Макса. Кать, смотри, давай дальше. Да, включай, Кать, плиту, включай. Молодец. Вот она здесь живет, это ее подушечка. Катя. Катя, где кролик? Где кролик, Катя? Где у нас кролик? Да, это у нас канализация. Там кролик. Он живет здесь. Смотри, это Гиджет. Ух ты! Кать, что у тебя такое? Кролик. А это Гиджет. Да, помнишь? Гиджет любит Макса, да. А Макс будет у тебя кушать? Смотри, это Макса корзиночка. Макс, вот здесь вот, да, сиди. Это его мисочка. И Макс потерялся. Макса теперь нужно найти. Где же Макс? Кать, ты знаешь, где Макс пропал? Спасибо, Катя. Что это у нас такое? Гиджет будет искать Макса, а Катя поможет Гиджет найти Макса. Макс пропал! Пойдем искать Макса! Побежали искать Макса? Злой кролик. Кать, помнишь, злой кролик хочет найти Макса. Ну, а что это такое? Гиджа должна быстрее его найти. Пошли искать Макса, Кать. Пойдем Макса искать. Катя, вперед! Побежали! Может, здесь Макс? Он пропал в канализации здесь, в воротах. Давай. Вот он, злобный кролик. И его канализация. Опа! 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 Молодец! Кать, смотри, Гиджет пришел, кролик. Держи. Где наш Макс? Скажи, где наш Макс? Бежим искать Макса. Thank you.
себя построишь, Катя все вот одет поставишь наверх? Молодец, спасибо тебе большое. Ух ты, вот это башню Катя построила, вот это да. Так, давайте. Ой, зачем так сделала? Ой, Катюш, заново будешь строить?